Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. У нас сегодня тема лекции велика следующая. Наружная часть носа частенько красная и частенько, либо постоянно воспаляется. Как восточная медицина рассматривает эту проблему и с чем ее нужно решать? Ну, сразу мы говорим, нос – это зеркало легких. Вот какой нос, такие легкие. Элементарно просто. Восточная медицина – так сразу дает ответ. Но также нужно знать, в каком состоянии меридианы толстый кишечник, тройного обогревателя, желудка, желчного пузыря. А также нужно знать, что лицо – это отражение сердца. А нос располагается на лице. Также нужно знать, в каком состоянии чудесные меридианы и энергия янь. Сама напрашивается диагностика 12 меридианов, чтобы что? Узнать, в каком состоянии меридианы и что нужно их привести в норму, в порядок. Вот представьте, что меридиан толстого кишечника всегда слабый. Пожалуйста, внимательно смотрите, как простирается данный меридиан, о котором сейчас пойдет речь, о меридиане толстого кишечника. Вот данный меридиан слабый, а он контролирует нос. Вот в каком состоянии этот меридиан? Многие разведут руками и скажут, мы не знаем. Меридиан желудок, который контролирует нос, в каком состоянии? Мы не знаем. Чудесные меридианы, передние середины и задние середины меридианы, которые обмениваются энергией в этой области. В каком состоянии? Многие скажут, мы не знаем. А диагностика 12 меридианов сразу же отвечает на ответ. В каком состоянии чудесные меридианы? Если слабые, диагностика всех 12 меридианов чудесные, меридианы слабые. Если воспаленные, все 12 меридианов чудесные, меридианы слабые. В каком состоянии меридиан желчного пузыря? Все. Здесь сразу напрашивается аллергия. Почему? Потому что аллергические проявления наружной части носа. Почему? Потому что желчный пузырь контролирует, что все аллергические реакции в нашем организме. Он сразу противостоит всем аллергиям, которые приходят в нас. Либо в наш организм, либо атакуют нас. Помните об этом. Почему? Потому что желчный пузырь чистит наш организм. Как простирается данный меридиан по нашему телу? Особенно внутренние каналы. Смотрите внимательно, и вы сразу дадите ответ на все вопросы. Итак, точка R27 Шуфу нам в помощь. Данную точку нужно тонизировать. Тем самым, что мы будем бороться с проявлением всеразличных воспалительных процессов и покраснения в наружной части носа. Наружная часть носа. Кому что непонятно, анатомия, уважаемый зритель, вам в помощь. Но помните, данной точкой мы можем помочь на первом этапе. Но все-таки приоткроет секрет, в каком состоянии наше лицо, не только наша энергия янь и меридианы, диагностика 12 меридианов. И те меридианы, которые слабые и вялые, их нужно что? Восстановить. Восстановить этот нос примет что? Естественный реальный окрас. Данную точку можно применять в косметологии. Спасибо за внимание.